international company tonight. Пять историй, пять стран. Сегодня мы с вами, Артур и Коля. Да, совершенно верно. Совершим самое потрясающее интернациональное путешествие, не покидая этого уютного зала. По-настоящему интернациональная компания. Сегодня присутствуют представители таких ярких стран, как... Франция. Франция! Друзья, мы здесь! Идем дальше. Япония. Japan. And America. No, Americans. Да, ну, Артур, я не понимаю, либо тебе просто аплодируют, потому что ты один, а здесь американец, либо просто стесняшки сидят в зале. Америка, друзья, с нами сегодня. Добрый вечер. Есть еще страны, ты знаешь, Артур, хотелось бы отдельно поприветствовать гостей из Болгарии, из города побратимы, который называется Казанлык, друзья. Артур, translate, please. Сегодня с нами сидят люди, которые не знают, как по-русски будет translate, please. Five countries, five different stories. We are going to take a journey around the world without leaving this room. Ну что ж, дорогие друзья, давайте, чтобы полностью погрузиться в эту атмосферу, перейдем и проведем небольшой конкурс. Итак, внимание. Все знают, что люди на разных языках смеются абсолютно одинаково. Давайте же узнаем, как люди удивляются из разных стран. Сейчас мы будем вам показывать отрывки из видео, а вам нужно будет изобразить удивление на каком-то из языков. Артур, предлагаю спуститься в зал под аплодисменты. Сегодня прекрасно расположенный ведущий. We need some tools. Артур, я предлагаю тебе сразу своим вооруженным взглядом обратить внимание на наши столики, которые уже, скажем так, покинули бросить себя подойти к ним. Так как ты думаешь, какие же сегодня присутствующие гости готовы немножечко развлечься и попробовать поучаствовать в нашем небольшом интерактиве? Let's select some people to participate in our little game. Who should we choose? Я понимаю, к какому ты столику идешь. Это крайне прекрасный стол. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте поаплодируем столик номер 20. Как у вас состояние? How are you tonight? You okay? Все окей, скажем, okay. Да. Ну, вы знаете, у нас есть обычно такие легкие русские традиции. Мы начинаем мероприятие с небольшой игры, с небольшого развлечения, дабы влиться в атмосферу Нового года. Нет, Рождества. We're starting a new little game to bring the spirit of New Year. Скажите, пожалуйста, как вы какую страну представляете? В большинстве, может быть? Болгария. Болгария, господа, Болгария. I come from Bulgaria. Да. Как в Болгарии люди удивляются вообще? How are people surprised? Как это выглядит? Да, давайте сейчас мы попробуем. У нас есть экран. Мы вам покажем небольшой отрывочек из фильма, где будет такое легкое удивление. Как пример? Там говорится, ну вы блин даете. Удивление такое, да. Русское удивление. Showing Russian surprise, but without sound. Я предлагаю, собственно, сделать небольшой конкурс и попробовать вставить ролик и... представители Болгарии немного удивиться этому ролику, сказав что-то на своем, возможно, языке. Удивление. Show us something in your language. How do you act surprised in your language? Так, кто самый, скажем так, отвязный в этой компании? Кто уже немножечко выпил шампанское и готов? Give us something. Попробуем. Как зовут этого прекраснейшего джентльмена? What's your name, sir? Владимир. Владимир. Итак, Владимир, я услышал, что я должен говорить по-русски, очень прекрасно. Сможем попробовать? Давай. Тем самым представив вашу страну. Your country, да? Yeah? Your country. Okay. Итак, вот такой вот ролик, обратите внимание. То есть вам необходимо озвучить красивого усатого дядю и что-то произнести на болгарском. How do you show that surprise? Show that surprise. Итак, попробуем. Попробуем, поехали. Это весь... Speechless. Итак, пойдемте наверх, Артур. Я предлагаю сейчас центральный проход. Значит, заполнен нашими с вами ногами, Артур. What do you say when you're surprised in France? Вы разговариваете? Как вас зовут? Татьяна. Ну что ж, давайте попробуем удивиться по-французски. Сможем это сделать?
удивите по-французски и произнеси буквально несколько фраз на французском в виде удивления. Да, попросите и, собственно, внимание на экран, и у нас есть небольшой ролик с удивлением специально для наших гостей и друзей из Франции. Пожалуйста. Остается только догадываться, что она увидела, да, естественно, текста нет. Текст будете озвучивать вы. Сможем? Поддерживаем вообще всей компании сегодня. Итак, Катерина, можно говорить. Сначала готовы? Молодой человек. Попробуем? Итак, на экран и ваше удивление. Поехали. О май гад! Это все? Спасибо. Ну, французский мы услышали, но уже не очень. Как вы думаете, молодой человек, чего испугалась девушка? What scared her? What scared her? What surprised her? What surprised? I don't know what surprised. Все правильно, он не знает. Все правильно, логичный ответ. На русском. На русском. Итак, мы для вас подготовили еще один. Или на французском. Или на французском. Ну, давайте попробуем. На французском или на русском? На французском. На французском. Мы тоже для вас подготовили небольшой видеоотрезок. И это будет примерно вот такой отрезок. Внимание на экран. Итак, Екатерина, пожалуйста, на начало ролик. Внимание, у вас сейчас будет что-то интересное. Удивление на французском. Здорово. Thank you. Как вас зовут, мой молодой и юный друг? Меня зовут Никита. Очень приятно, меня зовут Николай. Вы попробуйте сейчас удивиться на японском. Да. Сможете. Вы творческий человек? Нет. И значит, у вас все получится. Вы знаете, у нас в России так, если человек не творческий, у тебя все получится в любом случае. Поехали. О! Ну да. Ну что, спасибо большое, по-моему, все получилось, по-моему, все здорово. Дорогие друзья, мы начинаем нашу программу, наш блог. Я думаю, что можно еще раз гостей поаплодировать, потому что сегодня аплодисментов будет очень много. Мы встречаем интернациональное Рождество. Добрый вечер, друзья! Приветствуем вас в стране вина, сыра и романтики. И история первая о том, какие неожиданные встречи могут случиться в этой загадочной стране. Welcome to the country of wine and romance and cheese. Our first story is the story of what can happen in this mysterious country. Paris. И чтобы окунуться, конечно же, в нотки Франции, давайте все посмотрим на сцену, дорогие друзья, Франция. Thank you.
заботы, просто детская мечта. Запоздалые дождинки полетят с покатых крыш. Дождь пройдет, а ночью снова путешествие в Париж. А в Париже все в тумане от любви, от весны. И летают над домами романтические сны. Там кафе у тихой сены, ты за столиком сидишь. И я, две чашки кофе, сигарет не боюсь. Ах, Париж, 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 я не сплю, и ты не спишь. И по звуке тихой сены о любви не говоришь. Ах, Париж, Париж, я не сплю, и ты не спишь. И по звуке тихой сены о любви не говоришь. Добрый вечер, мадемуазель. Вы почему такая грустная? Добрый вечер. Вы знаете, скоро Новый год, Рождество, и все люди такие ходят веселые в преддверии этих праздников, а мое самое заветное желание, которое я загадала в преддверии 2015 года, так и не осуществилось. Что же это такое за желание, которое никто не смог исполнить? Ну, вы знаете, обычно свои желания не говорят. Но так как шансов у меня осталось совсем немного, я вам скажу. Я всегда мечтала пообщаться на французском языке. Или чтобы кто-нибудь меня поздравил, потому что французский, он такой обволакивающий, он такой чувственный язык. Но, к сожалению... Другими словами, да? Абсолютно точно. Так, вы хотите, чтобы это желание исполнилось? Я жду его практически целый день. Прямо сейчас. Вы можете это сделать? Я... Все сегодня могу. Пойдемте поищем. Поищем на этой площади каких-нибудь французов. Наверняка кто-нибудь сюда забрел. Нам. Тольятти. Из Парижа. Давайте поищем, поищем, поищем. А, я вижу знаменитую вывеску. Альянс Фансеж. Да, я знаю такую организацию. Давайте постучим туда в дверь. Пойдемте посмотрим, кто там живет. О-ля-ля, месье дам. Я когда-то учил в школе, кое-что запомнил. Мне кажется, вот судя по галстуку, вот этот месье из Франции, да? Давайте спросим, как его зовут. Месье, как вас зовут? Тьерри Ле Комте. Тьерри Ле Комте. А вы у нас откуда? Кроме того, что вы вице-президент Альянс Франсез, скажите нам, пожалуйста, какую организацию вы представляете? Bonsoir à tous. Je représente la société Immocharant, du groupe Auchan. Я сейчас попробую. Значит, добрый вечер всем. Я из компании «Имошан», генеральный директор компании «Имошан Россия». Мы исполним желание этой девочки. Девушка. Девушка, девушка, да. Она хочет услышать поздравления по-французски. Девушка, je suis très content de voir une représentante de la culture française à Tolbiac.
мы не будем это переводить. Это и так понятно. Главное, что это очень красиво. Ваше новогоднее поздравление. Je souhaite à l'Alliance française une très bonne année 2016 et en particulier à l'Alliance française de Togliatti qui est vraiment très active et qui fait résonner le cœur de la France au cœur de la Russie. Да здравствует Франция, да здравствует Альянс Францез, и Машан, и все французские гости! Ура! Спасибо! Сиди и слушай. Our story is how to become famous. Артур, скажи, пожалуйста, любят ли в твоей стране играть в футбол? America, football, we play soccer. Ну, у нас тоже любят, но не умеют. Ты знаешь, я предлагаю сейчас ты и я один на один немножечко поиграть в футбол. Ты готов? Посмотрим. Блеснем талантом, да? Давай. Итак, буквально я ввожу и забиваю тебе гол. Да! Гол! Да! Take the field now.
Два – это лунная походка. A moonwalk. Да. I want to do the moonwalk. Ты, подожди, ты не умеешь танцевать лунную походку? I can't do the moonwalk. Серьезно? Слушай, ну у нас тут одна из традиций правильно уметь танцевальную походку. То есть ты хочешь научиться ее танцевать? I want to learn how to dance. Ну тогда учись с творческим номером от лингвистического центра Prime Time. Дорогие друзья, еще разочек ваши аплодисменты. Встречайте! Prime Time! О том, как в декабре славянским детям приходят три добрых старичка. We welcome you to the country of picturesque nature, Slovenia. And our third story
Our story is about how three nice old men come and visit Slovenian children in December. Ну и, конечно, провести экскурсию в мир этой волшебной страны мы приглашаем Анастасию Путкину под ваши аплодисменты, директора Русско-Словенского клуба предпринимателей. To take us on a tour of that country, we invite the director of the Russian-Slovenian Club of Businessmen, Анастасия Путкина. Добрый вечер, дорогие друзья! В этот долгожданный праздничный вечер я рада приветствовать вас в этом зале. Вы все такие красивые, такие веселые. Хочу сказать, что наконец-то выпал снег, принес с собой новогоднюю атмосферу. Но пусть метели метут за окном, а в ваших домах, в наших домах всегда будет свет, уют, тепло, как сегодня в этом зале. Спасибо за это радушным хозяевам, гостиничным комплексом «Парк-отель». А я от имени Русско-Словенского клуба предпринимателей поздравляю вас с наступающим Рождеством и желаю, чтобы в рождественскую ночь волшебная сказка пришла в ваш дом, чтобы сбылись все ваши мечты и чтобы ваша жизнь стала счастливее и лучше. Вице-президент нашего клуба Душан Бушен записал для вас видео поздравления из Словении. Давайте его посмотрим. Продолжая путешествие по странам, я приглашаю вас в Словению. Словения действительно отличается разнообразием ландшафта. Еще утром вы можете кататься на лыжах с альпийских склонов, а после обеда уже любоваться красотами Адриатического моря. Почти 60% территории Словении покрыты лесом, а треть территории страны охраняется как природное наследие. Последний месяц года словенцы называют «веселые декабрь». И это название совершенно оправдано. В конце ноября во многих славянских городах появляются новогодние елки, зажигаются праздничные огни. В это время улицы городов оживают. В центрах устанавливаются деревянные палатки, из которых приятно пахнет глинтвейном и вкусными угощениями. И именно в это время славянские города наполняются весельем, общением и сказочным ожиданием Рождества и Нового года. А как украсилась столица Словении Любляна и как проходят гуляния, мы посмотрим на видео под словенскую популярную рождественскую песню.
новогодних традициях, хочется рассказать вам об одной из них. В декабре к детям в Словении приходят трое добрых дедушек. И согласно традициям, дети получают подарки в Словении аж три раза. В ночь с 5 на 6 декабря к детям по всей Словении приходит святой Николаус. Это праздник святого Николая. Детям, которые в этом году вели себя хорошо, он дарит сладости и кушать. Вместе с Миклаужем всегда приходят черти с розгами, которые дарят плохим детям угли. Вечером 5 декабря в славянских городах проходят красочные представления для детей с появлением самого Миклаужа и чертей. Рождество в Словении празднуется в ночь с 24 на 25 декабря. И в это время к детям приходит божичек, дедушка Рождество, и оставляет подруге подарки. Рождество в Словении – это семейный праздник. Вечером 24 декабря все собираются на ужин в семейном кругу, дарят друг другу подарки и наслаждаются угощениями. И последним словенским детям приходит Деда Мраз. По-русски называем его Дедушка Мороз. А с ним и праздник Новый год. И тут детей под елкой снова ждут подарки. На экране вы как раз увидели одного из дедушек, это был Деда Мраз. Новый год в Словении отмечается с 31 декабря на 1 января. Это время концертов, праздников, новогодних вечеринок для молодежи. В эту ночь центры городов превращаются в концертные площадки, а Новый год жители Словении встречают на главных площадях. Поэтому, дорогие гости, приглашаем вас побывать в самом сердце Европы, в Словении. Она волшебна в любое время года. Поэтому я вас от души приглашаю, а Куб вам это всегда поможет. Спасибо за ваше внимание, хорошего вам вечера и приятного аппетита. Спасибо большое, Анастасия, за прекрасный экскурс и рассказ по Словении. Друзья, вы знаете, Артур, я вот что хотел сказать. Вот ты знаешь, что это настолько потрясающая страна, которая, ну, наверное, может быть, в рейтинге занимает одно из первых мест по природе. Ты знаешь, что если приехать в Словению и один раз вздохнуть, можно не выдыхать уже часа 2-3. We can try it right now, right? Но это не у нас, Артур. Это не у нас. Doesn't work right here either? Хотя у нас тоже живописные места присутствуют. So just straight up the best. Да. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. А сейчас история о том, как несколько человек в зале получат призы от наших партнеров. Внимательно посмотрите, господа, на свои лотерейные номерочки. Our next story is about how some of people in this very room win some prizes. So please look at your lottery numbers. Да, при входе у нас была информация и есть до сих пор, что каждому гостю давался определенный личный номер. Личный номер. Your personal number. Да, собственно, сейчас мы разыграем и узнаем счастливчиков, которые получат здоровские, классные рождественские подарки от наших партнеров. Who's luckier? Я предлагаю, чтобы это был ты, Артур. I'm luckier. Серьезно, ты же счастливый человек, поэтому, думаю, с удовольствием осчастливишь наших гостей. Очень важно сказать, что мы рады представить наших партнеров сегодняшнего вечера. Это Candle Workshop. Они изготавливают уникальные декоративные свечи по вашему индивидуальному заказу. А также и Branch School. Школа, в которой вас научат делать из дерева разные крутые вещицы. Например, группа из школы Branch изготовили целую монополию для компании друзей. Их изделия и свечи от Candy Workshop вы можете внимательно рассмотреть и даже приобрести сегодня в зеркальном зале. А кому повезет и сможет, человек, который сможет выиграть прямо сейчас, мы узнаем тоже прямо сейчас. Итак, готов ли ты разыграть несколько приятных подарков? Right. Первый номер, да? First number. Друзья, скрещиваем пальчики, потому что кто сейчас получит замечательный приз? Number 12. Номер 12, господа. 12. Кто счастливчик с номером? Войдемте к нам. Войдемте скорее к нам. Уважаемый диджей, если можно, какую-нибудь на веселую музыку под момент и время, пока наша замечательная гостья будет выходить. Анастасия, поздравляю. Are you ready for number two? Я готов. Я готов. Пожалуйста, Артур. И кто же у нас получает очередной подарок? Number 77. 77. Another lucky man comes to the front like his prize. Так, пожалуйста, пока у нас такой наши гости, немножко информации.
Зажигать красивые праздничные свечи на Новый год – это мировая традиция, которая своими корнями уходит далеко в прошлое. В преддверии Нового года витрины сувенирных лавок Словении буквально-таки изобилием разнообразием оригинальных декоративных восковых фигур с фитильками. Их очень много, именно сегодня мы эти свечи разыгрываем. Ты готов, Артур? I'm ready. Who's ready to win a very cool candle? Тогда последний. Вперед! The last. Последний подарок, последняя декоративная свеча. Честно, я волнуюсь, переживаю. 37! 37! Предприниматели дарят победителям лотереи декоративные разные свечи ручной работы со славянской символикой от мастерской Кэндл. Пусть эти свечи принесут тепло в ваш дом, помогут создать атмосферу праздника и исполнят все ваши новогодние желания. Ну что ж, я предлагаю дальше перейти к очередным нашим подаркам. Серия подарков ручной работы от Branch School. Итак, у нас 5 наборов. Я прошу вас, Артур, вновь устремиться к счастливому номерочку. For handmade woodworking products, we have number 41. Поздравляем победителя, точнее, победительницу. Ну, это еще не все. Я так понимаю, что подарков сегодня у нас много. Ровно, наверное, столько подарков, сколько сегодня гостей. Номер 87. Seven is the lucky number today. Okay, you seven over there. Отлично. Сразу в истерике достают из сумки. Нет, мы вам верим, мы вам доверяем, безусловно, поэтому... Спасибо большое. Congratulations. Счастливого Рождества. Next one. От Синдлера, счастливого человека. 34. 34. Ну, наконец-то. Мы все ждем, когда 18 столик уже выйдет там и получит свой долгожданный. Счастливого Рождества. Congratulations. Артур, слушай, ну тебе, мне кажется, после этого мероприятия люди расцелуют. Итак, есть еще два у нас? Еще два. Итак, еще два подарка. Еще два набора от Branch School. На камеру как? This is a very special number. Мы переживаем. Номер один. Number one. Who has the lucky number one? The most able is lucky number one. Кто пришел первый на сегодня, на сегодняшнее Рождество? Кто самый пунктуальный, вот мы сразу увидим. Thank you for arriving on time. Спасибо, что вы с нами. Счастливого Рождества. Ну что ж, Артур, и крайний набор, пятый. Номер 78. 78. Номер 78. И есть победитель. Знаешь, Артур, у нас есть такая разница, называется «Русский лото». И там говорят обычно «И есть победитель». Спасибо. Собственно, мы решили как-то немного это пересечь. Спасибо большое. Мы продолжаем дальше и сейчас разыграем подарки от лингвистического центра Prime Time. Вы готовы, Артур? I'm ready. Prime Time Linguistics. Все подарки сегодня, естественно, очень дорогие. На память, я думаю, безусловно, принесут рад. Итак, номер... 38. 38. Number 38. Куча света на человека, знаете, как на Оскар, когда выходит. Where's the spotlight? Spotlight on the victor. Да, ну мы не будем уже оружие просить. Очередной подарок от лингвистического центра Prime Time. Номер 72. 72. Я то все время, что новый человек явно улыбается. Счастливчик, счастливчик, поздравляю. I'm sure he speaks a little bit of English, so congratulations. Спасибо большое. Счастливого Рождества. Так, Анастейша, у нас осталось два подарочка. Two more. Номер 4. Так, есть поддержка у этого стола замечательная. Это же все-таки приз. Это счастье. How do you say congratulations in French? Спасибо.
красивых людей, слегка пообщаться, может быть, даже кто-то не успел поздороваться друг с другом. As we have a lot more planned for the evening, so take this chance to talk to each other, and we'll be back. Да, дорогие друзья, оставайтесь с нами, у нас есть еще много подарков для вас, которые мы разыграем, конечно же, в следующем блоке лотереи. Найнару Юджин.
стране почитание традиций и цветение сакуры. И наша четвертая история о том, как в Японии отмечают Новый год. Ну а лучше всего расскажет нам об этом клуб японской культуры и языка Кайга. Ваши аплодисменты смотрят. Друзья, как у вас настроение? Отлично. Всех рады приветствовать. Меня зовут Валентин, я управляющий клуба японской культуры и языка Кайга. Кайга, не Кайга. Ну так, для справки. Хотелось бы, конечно же, отблагодарить всех, кто пришел, в первую очередь Алексея Викторовича и Альянс Францесс, за то, что они поддерживают наш клуб. И, наверное, скажу, что без них я не представляю сейчас, как были бы мы вообще. Давайте поаплодируем Алексею Викторовичу, Альянс Францесс. Спасибо им большое, мы всем клубам им очень благодарны. И, конечно же, спасибо нашим гостям из Японии, Кихара Такаси и Кихара Мио. Кихара сам у нас является финансовым директором компании HiLexRus и всячески поддерживает наш клуб. Сейчас мы хотим вам показать. Наверное, мы все с вами знаем, как отмечают Новый год в России. Что может быть лучше, чем собраться в кругу друзей, послушать поздравления президента и как следует отметить Новый год? Но в Японии Новый год празднуют совсем по-другому. В новогоднюю ночь жители Японии собираются всей семьей и посещают в ближайшем храме праздничную службу. Перед входом пришедший смывает новой водой старую грязь с лица и рук, хлопает в ладоши, призывая богов, и молча молится о исполнении заветных желаний. Также эти желания записывают на специальных дощечках. Которые затем вывешивают у храма. А приходе Нового года, полночь, 31 декабря по 1 января, вот уже более 1000 лет возвещают 108 ударов колокола, доносящихся из буддийских храмов. С каждым ударом все плохое, что было в прошлом году, должно кануть в вечность и не повторяться. Цифра 108 выбрана не случайно. Японцы считают, что каждый из этих ударов изгоняет одну из 108 пагубных страстей, омрачающих жизнь человека. По данному поверью, каждый звон убивает одну из человеческих пороков. В момент начала Нового года японцы начинают смеяться. Они верят, что смех принесет им удачу в пришедшем году. Когда пробьет последний удар, все люди выходят на улицу, чтобы встретить Новый год с первыми лучами солнца. Многие верят, что именно в эти минуты в Японию приплывают на волшебном корабле семь богов счастья. И в первый день Нового года повсюду храмов происходят ритуальные танцы и моления о том, чтобы Новый год стал для всех удачным, богатым и счастливым. И наш клуб японской культуры и языка Кайга призывает всех зажигательно танцевать на сегодняшней дискотеке, чтобы наш 2016 год был самым удачным, самым богатым и самым счастливым. Счастливого Нового года! Спасибо! Ну, друзья! И завершает наше представление национальная японская песня новогодняя. Oh.
Спасибо большое. Друзья, ваши аплодисменты. Япония и японская культура прямо здесь, на этой сцене. Да, конечно, много-много традиций в Японии есть, и некоторые из них мы увидели прямо сейчас. Клуб японской культуры и языка «Кайга». Друзья, ваши аплодисменты. Спасибо, что вы с нами. Артур, я думаю, что пора и пришло время вновь обратиться к нашему лототрону и узнать, есть ли еще счастливчики в нашем зале, потому что призы и подарки от наших партнеров тоже готовы уйти в руки. I agree that it's time for another lottery. I had fun the first time, let's do it again. Да, ну что ж, давайте тогда озвучим, что за призы будут сейчас. Если доверять моему сценарию, Артур, то в этом блоке, в этой части подарков гораздо больше, чем в первом. A lot more presents this time than the last time. Итак, наша специально обученная красивая девушка Анастейша вновь устремляется к нам. Артур, готов ли ты своей счастливой рукой вновь? I'm ready. Вновь дать немножечко жара и огня. Fire it up. Итак, дорогие друзья, вновь лотерея и вновь счастливчик. What are we winning? What are we gonna win? Я не знаю, пока кто выиграет, узнаем после того, как ты покажешь номер. Номер 20. 20, господа, номер 20. Японской культуры Кайга, господа. Мы все видели сегодня этих счастливых людей на сцене, увидели добрые традиции. Мне интересно, что там в этой коробке? Yeah. Артур, как ты думаешь? Maybe a rabbit, some sort of animal. Возможно. It's possible. Возможно, возможно. Сегодня все возможно. Итак, как бы сказал Леонид Аркадьевич из программы «Поле чудес», что нам приз, отличный приз. Спасибо. Номер 45, господа. Номер 45. Япония. Japan. A prize from the French Alliance. Да, наши друзья из Японии получают призы. Поздравляю, поздравляю. Так, so, also from the United States. Next, please. 32. 32. Oh, there's an enthusiasm. Добрый вечер. Даже Сабита вам сегодня. Ослепительная, очаровательная леди. И, конечно же, приз. Так, и я так понимаю, что еще один приз подали на процесс. Alright, here we go. Номер 40. Number 40. 44. Oh, и вновь столик номер 17. И вновь. 7 was a lucky number today. Okay. Многие подумали, что столик номер 17 просто купил. Но нет, все по-честному. Все по-честному, это судьба. Right. Продолжаем дальше. Ну что ж, и следующий подарок – это сертификат от фитнес-клуба «Счастье». Я правильно понимаю, что все верно? Да. Итак, номер 71. 71. Here's the first present from fitness club. Месяц безлимитного посещения в ход йоги. Как-то так совпало, странным мыслимым и немыслимым образом, что именно этот подарок ушел молодому человеку. Yeah. Как он хотел? Second one. Продолжаем дальше. Месяц безлимитного посещения в студии TRX. 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 Yeah. Goes number 56. 56. Где счастливчик? That is the lucky table for yoga and fitness. Gentlemen, it's time to get out of the house and get fit. А как я правильно сказать? Lucky man. Lucky man, lucky man. Gracias. Ну, молодой человек сейчас сказал, я услышал. Gracias. Next, please. Next, please. The next one is lucky number 10. Номер 10. Месяц безлимитного посещения всех занятий от фитнес-клуба «Счастье». Номер 10. Подождите, по-моему, это у меня. Нет? А, конечно. Это вот стройный
по эстетике тела. Итак, номер 2. Номер 2. This is just going to be beautiful and everywhere. Так все радуются, Артур. Ты бы видел вообще, когда он вставал, как будто он победил. Yes. В чем-то важном, ты понимаешь, но не всегда нам везет, но сегодня 50% off. Счастье, Артур, счастье в прямом и переносном смысле слова для гостей. A lot of happiness in both meanings of the word. Все верно. Итак, скидка 50% на любую процедуру в кабинете ногтевого сервиса. Сейчас все девушки такие. Goes to number 62. 62. Номер 62. Этого мужчины будут сверкать. He will have the prettiest toenails in all the city. Счастливого Рождества и Нового года. Поздравляем. Идем дальше. Скидка 50% на любую процедуру по уходу за лицом. Итак, кто счастливчик? Number 49. 49. Who's number 49? Мне кажется, все кости сейчас поделывают, не нравится, я просто рисую. Who's got number 49? 49, господа. Ну, по традиции, Артур, я тебе скажу, то есть, если человек не выходит, все достается тебе. Кости с номером 49, возможно, немного выше, он вернется, мы обязательно этот сертификат ему вручим. Давайте еще разочек, да? Есть, yeah, got number 49. Я же говорил, нужно подождать. Итак, что ж, есть еще сертификаты. 50% на клубную карту без лимит на 12 месяцев. От фитнес-клуба «Счастье». Между прочим, очень-очень хороший фитнес-клуб. Номер 57. Номер 57. 57. 5 и 7, господа. Есть. Что, нет, вы официанта звали сейчас? Есть, 57, да? Поздравляю. Тебе это нравится? Тебе нравится вообще все, что здесь происходит? Такое ощущение, что ты слегка пританцовываешь даже, Артур. Наконец здесь. Я знаю, как ты прекрасно танцуешь, мы это, кстати, скоро увидим. Теперь уже, я так понимаю, ряд сертификатов на клубную карту 50% скидка без лимита 12 месяцев. Они одинаковые, правильно? Итак, 4 счастливчика осталось у нас для этих призов. Номер 44. 4-4. 44, господа. Мы не успели бы даже произнести эту цифру, как мужчина встал, потому что он ждал. Друзья, сходятся. Фитнес-клуб «Счастье», счастливый вечер и счастливая цифра 7. Lucky number 7. 7 is the lucky number of the evening. Номер 7. А где радость? Где радость? Yeah, я выиграла. Like every day. I win every day. That's no problem. Я выиграла каждый день. Yeah. Ты знаешь, Артур, я недавно, я тоже счастливый человек, я недавно в Макдональдсе выиграл второй стакан кофе. Что ж, еще один сертификат, да? Скидка 50%. Goes to 31. Number 31. Номер 31. Hey,
Joyful. Тут уже салфетки в ход пошли просто, настолько радости много. Поздравляем с наступающим Рождеством. Вот они, приятные моменты, да? Когда ты чувствуешь себя счастливым. Что ж, дорогие друзья, мы переходим к следующему лоту. И на сей раз разыгрывается приз от Тольятти Визит Центр. Приз от Тольятти Визит Центр. Итак, Анастасия. P5 is the lucky winner of the first certificate from the Tolyatti Visit Center. There's the lucky gentleman now. Итак, сертификат, скидка 50% на экскурсию Тольятти Планета Хаски. Дорогого стоит, между прочим. You can spend time with some dogs, you dog, you. Who is lucky number 19? Номер 19. Is it the man with the wine bottle? Что на сей раз мы разыгрываем, разрешите, Анастасия? Да. Скидка 19. Очень приятно, когда человек выходит и улыбается, да? Yeah, already. Well, they know, they get to spend time with Huskies. 50! 50! Congratulations! Так рады слышать, мне кажется, Артур, мне кажется, программа не нужна вообще, просто давайте сделаем быстрее. Всех обрадовал. Человек даже заплакал, ты понимаешь? Сейчас, внимание, господа. Я так понимаю, что один из главных центр. Сертификат на бесплатную. Господа, никаких 50%. Абсолютно бесплатную экскурсию Тольятти Планета Хаски. Дамы и господа, барабанная дробь. Хоть бы я, хоть бы я. Ну ладно, кроме шуток. Номер 11. 11. There we go, that's what you're saying with your life. Что ж, Артур, есть еще подарки? Или, может, я ошибся просто? Это все или есть еще подарки? Школа танцев... Школа танцев, пойдет на танцевать. Все, это все значит, да? Ну что ж, дорогие друзья, это все. Это значит, что мы вас поздравляем всех счастливчиков, которые получили свои праздничные рождественские новогодние подарки. И я предлагаю поднять невидимые бокалы нам с тобой, Артур, и вместе с гостями прокричать те прекрасные фразы, которые объединяют сегодняшний вечер с Рождеством и Новым годом. Договорились? Только все вместе. 3, 4! Поздравляем, поздравляем. Ура! Дорогие друзья, Наталья Володина и ее потрясающая скрипка. Встречайте. Thank you.
Анастасия Володина и ее потрясающий скрипт. Дорогие друзья, мы продолжаем наше интернациональное Рождество. И, конечно же, как и на любом празднике, есть конкурсы. Time for another little competition. Сегодня мы узнали, что наши гости умеют неплохо удивляться. You guys are pretty good at being surprised, but... Но ни для кого не секрет, что в любой стране абсолютно люди любят петь. In every country people love to sing, and so now it's going to be your chance. Да, и сейчас мы бы хотели провести небольшой конкурс, такую нашу фантазию, которая называется «Поешь лучше, чем Басков». So who can sing the best? The best, да, the best. Вот так вот. Поешь лучше, чем Басков, иначе говоря, конкурс караоке. A little bit of karaoke to brighten things up tonight. Нам сейчас нужно 4 команды, по 3 человека. Мы прямиком спускаемся. Пригласить тех, кто, ну, как минимум, громче всех кричали сегодня, когда получали свои призы. Есть сегодня, да, человек? We have one volunteer in the back there. Four. Человек кого-то напоминает, если честно, вот, итальянцу. We got a volunteer over here. Это будет честно, понимаете, но вы не один, нужно быть кого-то. Два человека вместе с вами. You guys want to come? All right, now one volunteer, please come up to the stage. Oh, you guys want to come all three together? Okay, you guys are one team. I got one team. One team. Ты еще одна команда, да? So we got one team right here. У нас дует. А у вас дует, да? Вам необходимо сейчас... Нет, ну в принципе, ну это тоже не просто. Вам очень просто стоять, смотреть, наблюдать за происходящим. Здесь два человека, это уже третий. Пойдемте со мной. Вы так... Вы сначала не глубоко поддержите? Пожалуйста. Так. Four here. One, two, three. Раз команда, два команда, три команда, четыре. Все. Teams, two teams, three teams. Давайте, хорошо, я предлагаю перейти конкретно к сути. Мы спросим, вы петь умеете? Can you all sing? Один раз сыграть, да? В караоке на сколько баллов пели максимум? Вы без баллов? Там просто выходит мужчина, дает бутылку шампанского, а святой говорит, вы боёшься или не боёшься. Всё, я понял. Здесь мы поём, здесь будет 4 человека. Мы не умеем, но любим. Как я люблю? Как я люблю русских. Так, здесь у нас поём нормально. Отлично поём. Замечательно. И вы, ребята, поёте? По-японски? Я тоже поём. По-японски. Поют по-японски. Это, собственно, с командой, которая находится рядышком с экраном. Господа, что мы приготовили для вас? Для тех, кто будет смотреть, наблюдать, я полагаю, сейчас устремить свой взор на экран, будет на экране определенный набор музыки и будет текст, как в караоке. Вам необходимо это все петь так, чтобы попадать в текст слов. Это будет полная импровизация. Все песни известные, все песни знаменитые. Я думаю, что присутствующие сегодня гости будут нас поддерживать в любой ситуации. Поехали. Итак, уважаемые гости, ваши аплодисменты. Первая команда. Это все. Итак, поехали, вторая команда.
баритон белиссимо! Браво, браво! По-моему, неплохая. Получилась борьба у нас, да? Alright, next team. Итак, следующая команда, пожалуйста. Здесь у нас получается прекрасный творческий союз, Артур. Здесь у нас представители Японии и России. I'm not the one who's running out of time.
much. Артур, что говорят в таких случаях, когда все получилось у всех? Congratulations, everything worked out for everyone. Мы вас поздравляем, вы лучшие. Спасибо большое. Спасибо большое, что сегодня вы поднимаете настроение друг другу и всем нам. Спасибо. Да, ну что ж, и вы знаете, уважаемые гости, дело в том, что мы предлагаем вам, может, еще раз снять связочки и, скажем так, слегка попеть. Да, мы для начала, Артур, пойдем. Надеюсь, на сцену. Она нас как-то манит и ждет. Ну, а мы предлагаем еще немножечко размять наши и ваши связочки и вместе исполнить композицию, которая всем до боли известна. So one more song that everyone knows. Дорогие друзья, птица счастья. Я думаю, что... Счастье завтрашнего дня перелетело крыльями с меня. Были меня, были меня. Птица счастья завтрашнего дня. Сколько звезд на небе серебра. Завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Сегодня есть люди, которые потрясающе танцуют бачата.
We got some people who really know how to dance the passionate and sensuous bachata. Да. И ты знаешь, дело в том, что эти люди пришли не только показать, как они умеют танцевать этот страстный танец, но и, так сказать, произвести мастер-класс. They're not only gonna show you how to dance it, they're gonna teach you how to dance the bachata. Дорогие друзья, спасибо. Дорогие друзья, сегодня с нами школа танцев Микаса. Dance school Микаса coming up to teach you the bachata. Дорогие друзья, ваши аплодисменты. Микаса, бачата. So who would like to have another toast to the coming year?
Уважаемые друзья, сегодня мы приветствуем страны здесь, на этой сцене. И, конечно же, самой главной задумкой и смыслом этого всего является наступающее Рождество и Новый год. Ну и, конечно же, объединение. Объединение и дружба народов и стран. Friendship and coming together is the most important part of the new year. So we're going to do some more of that. Мы вас поздравляем с наступающим Рождеством и Новым годом. И хотим пожелать вам, чтобы в ваших семьях, на вашей работе и в вашей личной жизни было только все, ну как это, наверное, по-русски, хорошо. Or even the best. We wish you all a happy new year, a merry Christmas, and all the best in all parts of your life. Ну что ж, поднимем бокальчики и выпьем за наступающий Новый год и Рождество. Ура всем! Аплодируйте России! Да, та самая страна, у которой, кстати, не меньше национальных всяких, я назову это, сказал наш друг из Франции. Правильно, потому что не было бы волк, не было бы вот этого площадки, понимаете? Люди не выходили бы просто так, потому что это... Нет? Вот, хорошо. Ну вот все-таки есть какие-то традиционные вещи новогодние. Простите. Оливки. А, оливье. Салат оливье. Артур, ты знаешь, что такое салат оливье? I do know what it is, it's delicious. Ты пробовал оливье? Of course I have. А ты был как раз в оливье? Нет. Это происходит 2 часа, я тебе потом расскажу. Дорогие друзья, ну что ж, все правильно, да? Давайте уже плясать и веселиться, потому что на сцене наши музыкальные друзья. Trinity. Trinity. Yeah. Trinity. На танцпольчик, друзья, гуляем. Ну что, добрый вечер, друзья. Всем хорошего настроения. Ну что, не будем долго держать вас. Сразу в пляс. Я не пойду, 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 я не пойду
руку сильно. Yeah.
серьезный. Ты со мной поговори, просто-просто и будь. Запомни обо всем, я не we'll be right back.
Yeah.
нужно. Может быть, и разморозить кто-нибудь тепло? Давайте все в круг, а вы, пожалуйста, в центр. Вы у нас замороженные сосульки, и вас нужно будет разморозить. И загадывать, естественно, их тоже, чтобы исполнять, да? Поэтому сейчас все дружники закрыли глазки и загадали желание. Давайте все закрыли, чтобы все были закрыли глазки. Все загадывают желание. Все загадывают желание. Все же хотят, чтобы оно исполнилось. Хорошо, все закрыли. Три, два, один. Оно не сбудется, но сбудется тогда, когда вы познакомитесь с 12 людьми. Он уже, видите, он уже хочет, чтобы желания сбывались. Ну что, поехали? Happy New Year! До новых встреч!